Болельщики нижегородского «Торпедо» проголосовали за лучшие голы января в исполнении автозаводских хоккеистов. И здесь с большим отрывом первое место занял Карл Клингберг за свой слаломный проход в матче против рижского «Динамо». За эту шайбу свои голоса отдали почти 30% болельщиков «Торпедо». С заметным отставанием, всего 5,5%, на втором месте расположился гол Каспарса Далгринша в ворота Сочи. Ну а замкнул тройку Картер Эштон со своей шайбой московскому «Спартаку».